Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Cooking Simulator. В прошлой серии мы с тобой забацали целую вот эту вот хреновину, короче, с тестом, разбили тарелку, и, собственно говоря, в этой серии мы с тобой исправим все вот эти вот недочеты. Это получается вот только так можно это делать, да, или же как-то еще можно? А? Ты мне расскажи лучше. Хотя, кому осколки мешают? В принципе, правильно, правильно. Ногу порезать хрен порежешь, а в остальном-то ничего страшного и нет. Так, день начался. Капричоза в нью-йоркском стиле. Опа-на. Началось. Нью-йоркский стиль. Это что-то уже новенькое. Это уже что-то то, чего у нас не было с тобой. Поэтому прошутто-кота нарезанное. Артишоки, маслины. Это нужно записать. Пойдем за прошутто. Прошутто-кота нарезанное. И это, блин, нужна корзинка. Пойдем за корзинкой. И теперь вот это вот уже сложнее гораздо становится в плане разнообразия. То бишь, когда у тебя один рецепт всего-навсего, или там 5 рецептов, 10 рецептов, у тебя нет какого-то полета там, или что, как это называется правильно. Короче, не можешь ты не угадать с рецептом. А сейчас вот, видишь, мы с тобой в такой ситуевине, в такой, что у нас есть, где запутаться, артишоки. Артишоки. А где артишоки? А, вон они. Это похоже на эти... Как они называются? Забыл, как называются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хватит. Ну, придумай, рассыпь еще. Похоже на эти, как их, на шишки такие. Как они называются-то хоть? Блин, забыл, как шишки такие называются. Ну, и ничего страшного, как бы шишки и шишки. Правильно я говорю? Правильно. Так, беру... как это называется-то? Все забыл, как называется. Вообще, гастроемкость. Беру гастроемкость и прошутто-кота. Надо нарезать же, да? Нарезать. Прошутто... Так, а сколько там помещается-то? Не знаешь? Я тоже не знаю. Я не помню. Хорошо, хоть в резчик засунул. Уже спасибо. Килограмм. Получается, у меня тут еще осталось. Слушай, блин, а что делать? Давай, короче, это вот сюда вот наложу. Нельзя. Серьезно, только в пустые можно насыпать. Блин, это не серьезно. Мне получается нужно в другую гастроемкость это все сыпать. Ну. А, то есть он ее даже не режет. А достать оттуда хер достанешь, а тут нельзя достать. Ну что ж поделаешь, ладно. Да нет, я хотел вот так сделать. Я хотел вообще... А, она же выдвинута. Что-то я вообще весь запутался. Так, а артишоки тоже надо нарезать. Беру гастроемкость, покупаю в утвари. Г, гастроемкость. Купить, положить, нажать. Сейчас мы с тобой будем брать по 10 аж заказов сразу. Ну, чтобы так сказать... Так, засунь обратно. И чтобы у нас было много, во-первых, заказов, а во-вторых, чтобы было весело, чтобы. Средняя это та, которая не маленькая. Беру сюда, кладу, угу, раскатываю. Ну давай уже, раскатывай. Не нужно меня задерживать. Соус Альфреда, говорю уже. Что ты за человек такой? Альфредом. Намазываю. Не видно этого Альфреда, блин, ни черта. Я не вижу, как я его размазываю, но, в принципе, на опыте я знаю, что нужно делать вот так. Так, теперь моцарелла нарезанная. Это вот этот чайный гриб нужно взять. Целых 5 штук. Вот сюда, думаю, надо положить. Вот сюда, думаю, надо положить. Вот сюда, думаю, надо положить. Вот сюдашеньки. И вот сюдашеньки. Скорее всего, так оно и должно быть. 120 прошутто, ну вот это вот в первую очередь буду, как это называют, использовать. 15-120, это что у нас с тобой получается? 150, минус 30, минус 2 штуки, 10, минус 2 штуки, 8 штук. Жалеть, вот это да, вот это вот много. Вот это классно. 8 штук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ну, блин, тут немножечко я накосорезил, и получилось, что как-то не очень получилось. Но ничего страшного. 50 шампиньонов, это 10 штук. 10 шампиньонов надо положить. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь маслин. 36 граммулек. 36 маслин, нарезанных тоже. 36 маслин. Подожди, а 36, а как наложу-то? 36, а может вот так вот надо, нет? Ладно, давай вот так. Раз, 32. Ну а кто ж мог подумать, что она так упадет вот сюда вот? Никто. Беру лопату. Беру лопату, не беру лопату. Беру сначала дрова. Сажусь сюда. Вытаскиваю, сую. Туда нужно 5 дров. 5. Да, как помню, прям как помню. Пальцы помнят, голова помнит, все самое главное. Беру лопату, да, не дерись. Беру лопату с маслиной, которая сидит рядом с пиццей. Ну, она типа как под закусочку идет. То есть ты пиццу саму ешь, а потом уже оливкой заедаешь. Блин, оливкой, маслиной, какая разница вообще? Подумаешь, одна зеленая, другая черная. Я их никогда не различал. Мясная. Мясная теперь идет. В неаполитанском стиле маленькая. Это нью-йоркская. Беру вот это, кладу сюда, раскатываю. И мне кажется, у меня есть еще время для того, чтобы выйти и посмотреть, не приготовилась ли пицца. Почти приготовилась. У меня нет больше времени для того, чтобы там всякой ерундой заниматься. Давай, давай пиццу вытаскивай из печки. Вытаскивай из печки пиццу, говорю. Давай уже. Молодец. Вроде ничего не сгорело. И то за радость. Выхожу, нажимаю сюда, складываю пиццу и бросаю лопату. Ну давай. Сейчас мне опять одну звезду спишут из-за того, что я накосорезил с равномерностью распределения маслин. Ну а кто ж подумал-то? Кто же мог подумать? Сюда нужно, что у нас? Да, кто бы сомневался. Чего? Они не нарезанные должны были быть. Блять, ну... Да пошел он тоже, знаешь. Хотел очень много, у меня только нарезанные были. Теперь, первые косяки. Блин, соус маринара. Соус маринара. Это самый-самый вкусный соус, походу, потому что его все хотят. Все пиццы из маринара делаются. Теперь, моцарелла тертая. Это вот тут. Сколько там? 64, аж два раза насыпануть. Хорошо. Теперь, куриная грудка или лист базилика? Ну, давай-ка пойдем за куриной грудкой. У меня ее нет. Мне ее нужно что-то сделать с этой куриной грудкой, чтобы она у меня... Нос чешется. Чтобы она у меня была. Возьму корзину. Она, кстати, должна быть нарезанной. Читаем внимательно, чтобы не косячить. Блять. Куриная грудка 300 грамм. Положу сюда и положу вот сюда еще. И еще положу. Ее нарезать можно в гастроемкость целый килограмм, поэтому... Поэтому так вот и сделаю. Насыпаю сюда. Давай, 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 давай. Времени нет. На горизонте рассвет. Давай. Беру гастроемкость, беру. Покупаю. Сую. Режу. Режу, говорю. Две минуты. А, две минуты. Какой две минуты? Сколько у меня там уже заказ этот идет? Уже минут 10, наверное, готовлю. И кладу ее, наверное, вот вон тут. Нет, вот сюда. Да нет, вон. Нет, вот сюда. Беру. Моцарелки насыпал. 32 грудки нарезанной. 32 нарезанные грудки. Это что, 4 штучки? Раз. Как-то выглядит она как-то прям по-детски совсем. Это не куриная грудка, это прям какие-то кусочки... Кусочки чего-то. 4 листа базилика нужно положить. Я хотел наверх просто перейти, а он зачем-то меня выкинул. 4 листа базилика. Беру вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда кладу. Ну, а почему нет? И все получается. Да, беру лопату и, собственно говоря, ее запихиваю в... Как ее звать-то хоть? В печку. В печку. А, нет. Мне нужно сначала дров еще туда накидать. Что в печку-то положить? Ну? Угу. Теперь кладу в печку. Потом иду, беру заказ. Второй, уже другой, какой-нибудь другой. Другой заказ беру, выкидываю эту. Беру заказ. Выхожу. Маргарита. Здравствуй, Маргарита. Так, тебе что нужно? Средняя неаполитанская. Средняя неаполитанская — это вот тут где-то должно лежать.
Я же ведь маленький отковыривал. А, вот оно. Беру, раскатываю. Маринары сейчас намажу. Ну, чтобы было. Да зачем ты? Я же наверх нажал, а он не сработал. Маринара. Надо медленно, ладно. Нужно всю душу вкладывать в пиццу. Пицца — это такой продукт, такое блюдо, которое нужно подавать горячим. Пойдем посмотрим, что у нас там по пицце по другой. Ой, ёб твою мать, смотри-ка, сейчас горит. Сейчас горит. Мать его за ногу. Чуть не сгорело. Бросаю пиццу, беру маленькую тарелочку, кладу вот сюда вот ее, беру лопату, беру пиццу, кладу на тарелку и отдаю. Как долго он это все делает? Блин, я бы этой лопатой уже так орудовал, чтобы прям только отлетали все. Так, сюда. Угу, это была мясная. Такое себе мясо, конечно. Мяса там особо и не было. 5 звезд, смотри-ка. Даже нигде не провалился. Да выйди. Средняя пицца, маринара, сыр моцарелла нарезанный. Это чайный гриб, как я уже говорил. 5 штучек. Раз, два, три, четыре и пять. И 24 грамма базилика. Это 8 штук листов. Надо вот сюда вот положить, вот сюда вот положить, вот сюда вот, вот сюда вот, вот сюда вот. И еще 3 расположить как-то произвольно. Типа вот раз, два и три. Хрен его знает. Пусть валяется в произвольном порядке. Все вроде как бы есть, правильно я говорю? Правильно. Так, средняя пицца идет в печку. Сначала в печке разжигается огонь, достаточный для того, чтобы прогреть эту пиццу, приготовить, так сказать. А потом иду я за пиццей, сую ее уже в печку непосредственно. Она там готовится. Все правильно. Бросаю я лопату. Лопату бросаю, захожу в заказы. Байскайола, не знаю, что это такое за слово, но звучит убедительно. Моцарелла нарезанная, итальянские колбаски. У меня итальянских колбасок как молока у козла. У меня их нет. Пойдем. Да почему быстро ты бегать не можешь? Ну... Что такое? Колбаса. Колбаса. Где здесь колбаса? Вот она колбаса. Итальянские колбаски нужны. Нужно сколько? Аж 50 грамм. Ладно, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Больше, не меньше. Почему 8? Не знаю. Не по 100 грамм. Можно было, блин, 10 купить и положить их все в резчик, чтобы заполнить полностью гастроемкость. Но я же человек простой. Я же ведь сначала делаю, потом думаю. Бросаю корзину. Смотрю по приготовлению. Да... Сейчас горит пицца. Пицца сгорит же, ну. Быстрее. Времени вообще не было. Беру среднюю тарелку. Ставлю. Кладу. Отдаю. Смотри, кстати, сыр равнёхонько вообще расплылся. Блин, он сгорел немножко. Ну и ладно. Подумаешь, блядь. Отдаю. Теперь иду за гастроёмкость. 5 звезд все равно. Хотя даже терпимость к вкусу у меня не прокачана. Не знаю, можно ли ее здесь прокачивать, но у меня она явно не прокачана. Беру гастроемкость, покупаю. Одни траты на эти гастроемкости. Сил нет. Че, все что ли? Как они быстро порезались. Да, дай. Сюда. Угу. Иду, значит, я в средняя пицца. Средняя пицца мне нужна. Средняя из... Неаполитанская. Неаполитанская средняя. Угу, вот сюда. Сюда. Раскатывай. Теперь соус маринара. Тюнь-тюнь-тюнь. Размазюкал. Все вкуснятина, вкуснятина. Прям вот есть захотелось. Сразу же, как только посмотрел на эту пиццу, прям есть захотелось. Потом моцарелла нарезанная, чайный гриб. А чуть-чуть так мало. Тоже 5 штучек надо положить. Раз, два, три, четыре, пять. Шампиньоны, 50 граммуль. Шампиньоны не написано в каком виде, но, блин, они только в нарезанном и бывают. Поэтому их тоже... А, их 10 надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9, 10. Блин, зачем выходишь-то? Лист базилика. А, не колбаски. Колбаски нужно насыпать 50 грамм.
А мне их что, по 5 грамм? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И 24 базилика. Нахрена столько базилика здесь, я вообще не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надоело мне крутить просто, это ерундой этой заниматься. Смысла от этого все равно никакого нет, кроме как эстетически привлекательного просто. Поэтому пофигу. Беру среднюю тарелку, ставлю ее сразу туда, на подготовленное место заранее. Насыпаю дров в печку. Три штуки кину, чтобы наверняка... Ну да, прям как раз. Прям по самой ебалусь разогрелась. Беру пиццу. Пиццу беру. И кладу ее в печь. Иду за следующим заказом. Один заказ другого не проще вообще, потому что что-то как-то столько заказов, все сложные, прям не могу. А, мимоза, это салат такой. Да, смотри-ка, из кукурузы. Нарезанная пушто-кота, да, у меня все есть. Пушто, блин, прошутто. А, прошутто. Неаполитанский стиль, средний опять. Да что за люди-то такие? Зачем вам средняя пицца? Вы все не съедите. Маленькую. Малюсенькую. Альфреда. Блин, одна закончилась соусница. Представляешь, одна соусница закончилась. Это непорядок. Так, соус размазюкал. Блин, здесь... Нет, я не успею столько сделать. Нужно идти доставать ту пиццу. Ту пиццу достаю и отдаю ее клиенте. Ну, вот здесь немножечко сырок, конечно, подвел меня. Как-то с краев он не особо сильно красиво расположился, но все же выглядит достаточно аппетитно. Все подзапеченное, золотистое, красивое. Блядь, красота. А, теперь я иду 5 звезд. Ну, конечно, 5 звезд. Прошутто. А, моцарелла. Нарезанная моцарелла. У меня 240 грамм осталось. 5 штук. 5. Раз. Два. 3, 4, пятюня, мяско, 120, это, опять же, я хочу заметить, что это сколько? Математика, это все мое. Это 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. Что такое-то? А, кончилось, ёпти. 7. 8. Блин, да, я, конечно, тот еще повар. Но наложил. Кукурузы надо. 32 грамма. Это надо 4 раза посыпать. Да, красота. И лист базилика 24. Опять 8 штук. Кому столько надо-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, а, ну и все, в принципе. Теперь мы идем разжигать печь. Вот сюда бросаю раз. И этого хватит. Этого хватит, по факту говорю тебе, хватит. Столько не нужно разжигать. Потом опять придется открывать эти заслонки, чтобы она остывала, чтобы она вот это вот... Лучше потом подкинуть. Это гораздо будет правильнее. Большая, а, средняя пицца. Средняя была пицца. Беру еще один заказ. Беру, открываю вот эту ерунду. Прошутто в МАИС. Закрепляю. Средняя в неаполитанском стиле. Беру, значит, вот эту. Бросаю сюда. Беру вот это. Кладу сюда. Размазюкиваю все это дело как следует. Соус маринара засовываю туда. Ну, засуньте. Наверх. Угу, вот сюда. Маринара. Красотулька какая. Ой, красненькая красотулька. Так, потом пармезан тертого. Тертого пармезан 32 грамма. Это где? Это моцарелла. А вот пармезан тертый, 32 грамма. Угу. А теперь выходим и пошли за лопатой. Хорошо. Почти не сгорело ничего. Возможно, только немножко кукуруза, но... Кукуруза должна сгореть. Это прозвучало как какая-то очень радикальная фраза. Типа, я хочу избавиться... А куда она полетела там? Вот дела. Новый уровень. Соус барбекю коричневый. Ёшкин кот.
Моцарелла, провоне, тунец, ананас, латук, каперсы. Каперсы не хочу, петрушку давай лучше. Быстро выберите перк. Перка давай-ка мы с тобой выберем, наверное, быстрые ноги, потому что быстрая ходьба — это самое важное, что здесь только имеется. Чё, пармезан насыпал уже? Насыпал. Парашютов надо 120 грамм, это 8 штук. Так, давай сюда. Вот так вот наложу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кукурузу 32 граммульки. 32 граммульки кукурузы. 1, 2, 3, 4. Все? Да, все. Вкуснятин. Теперь, да уйди, закройся. Да... Я 100 раз уже нажал на правую кнопку мыши, а она все равно не работает. Беру лопату, беру пиццу. Вроде как все правильно сделал. Там как знать. Блять. Накосячил уже. Отдам ее. Он там круто хотел. А я ему другую, короче, прошутку положил. Прошута кота. Ну, что ж поделаешь, давай следующий заказ. Чё там? Чё там нужно-то? Прошута эфунге. Фунге. А вот тут вот, тут это другая совсем пицца. Здесь, наверное, маленькая, да, вообще? Да, малюсенькая. В неаполитанском стиле малюсенькую надо взять и сделать. Здесь у нас что с тобой? Здесь тоже маринара. Ну, ладненько, маринара. Выйди. И маринару возьми. Маленькую удобно размазывать. Она типа маленькая прям такая. Вообще прям даже ничего лишнего не нужно делать. Так, давай, достаю. Иду доставать. Достаю. Ага. По-моему, я такую же делал только что. Это опять же средняя, хочу заметить. Нужно положить вот сюда. Надо взять вот так. Надо сюда вот положить. Красота, красота. Кто бы сомневался, что красиво получится. Правда, неправильно по рецепту. Ну а что ж поделаешь. Такие нынче правила. Такие нынче правила. Прошутто эфунге. И маис, это которое? Так, это вот это. Зато быстро. 4 звезды ходят. 4 дадут, да, хорошо. По сыру, соусу, тесту, вообще все отлично, кроме прошутто этой. Возьму другой еще заказ. И пока что расположусь. Ну, ёб твою мать. Ты дурак, что ли? Я же ведь закреплял. Моцареллы нарезанные нужно. Нужно нарезанные моцареллы 60 граммулек. Это раз. Это два. Это три. Теперь шампиньоны 30 грамм. 30 шампиньонов. Это 6 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вкуснятина. И чё мне... мне ещё прошутто надо. Прошут 60 грамм. Тут-то кота, да, кота. 60 грамм это... 4, а куда их помещу-то здесь? Да ладно вам, ребята. Оно туда даже не кладется, куда я хочу положить. Серьезно, блин. Зачем здесь столько всего? Зато в большие пиццы мы кладем хер да маленько. Просто, ну серьезно, это... Кстати, печку-то надо разжечь. Кто же нерожженную печку кладет пиццу? Только неучи всякие и простофили, а я-то нет, я-то уже это опытный малый. Да, смотри-ка, да, прям опытный настолько, что аж прям почти по самой неболусе загрузил печку, что она ж прям вот, ага, прям вот уже прям, ага, хороша, вкуснятина сейчас получится. Выглядит достаточно аппетитно, кстати, с таким количеством мяса. Вот этой ветчинки. 4 ветчины на маленькую пиццу, она прям вообще перекрывает все. А пока что мы пойдем к другому рецепту. К мясной. Блин. А, горгонзол. Да, в принципе, это вообще отлично. Все просто. В неаполитанском стиле тесто, маленькая пицца. Нас там хотят... Ой. Здесь... Ого. Здесь можно еще и на правый готовить. Ну, давай на правый приготовим. Что ж делать-то? Соус. Песто соус, твою мать. Ладно, давай отдам вот эту пиццу. Вот эту пиццу сейчас отдаю. И уже тогда будем с тобой делать соус другой. И потом
Ну, собственно говоря. А можно же на 4 звезды сделать просто и все. Типа, соус не угадать, и делов-то. А что такого-то? 4 звезды это тоже хорошо. Но нет, я так делать не буду, я хочу 5 звезд. Да, это вот эта пицца. Пойдем делать 5 звездочек. Пойдем делать 240 грамм. А шалеть, песто из чего делается. Ладненько, начнем с простого. Оливковое масло. У меня сколько? 810. 710, а мне нужно 800. 800. Наливаю. Выбрасываю. Иду за еще одним оливковым маслом, потому что у меня... Ой, жидкости. Жидкости, жидкий дым. Мне не нужен жидкий дым, мне нужно оливковое масло. 710 было, значит, мне нужно 90 еще налить. Блядь, ну ладно. Вроде зелененьким горит, значит, все хорошо. Базилик свежий, 240. Раз. 240, это 8 штук. Но это без комментариев, мне кажется, это можно было как-то иначе сделать, но я сделал именно так. Теперь грецкие орехи, чеснок, соль. Беру корзину и пошел в путь дорогу. Бегать, кстати, я могу быстро. Ура, наконец-то. Беру, значит, я чесночку. Но здесь нужно 50 грамм, поэтому я беру отсюда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Грецких орехов 300. 300, говорит, шутка такая есть еще про 300, но мы ее упоминать не будем. Грецкие орехи, где здесь растут? Где здесь растут грецкие орехи? Мне бы хотелось узнать. Ну, серьезно, во, может. Да, 500 грамм. Чеснок есть, перец есть, грецкие орехи есть, пермезан. Пермезана нужно еще взять, так вот положить, и вообще будет хорошо. А, она как триггер работает, я понял, я думаю, что я побежал. Побежал, когда не бегу. Пармезан жестоко выглядит все же. Грецкого ореха 300 миллионов миллилитров, миллиграмм, грамм. Короче. А, да тут все просто. Тут все просто, я понял. Можно было по 250 насыпать, но я уже изначально много насыпал, поэтому мне не было такой возможности. А как он обратно запечатал? Насыпать 300 грамм вот этим вот... Короче, ты понял, что я тебе объясняю. 50 грамм чесночку. Ну, начинается опять. Ну, что ты? Соли 10. Соли где? Соли 10. 10. И 5 черного перца. С такими скоростями я еще не привык играть. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Теперь не нажимаю. Надо гастроемкость купить. Это самая страшная штука, которая в этой игре имеется. Гастроемкость. Пошло, поехало. Сколько у меня там заказ-то уже? Просрался. Не просрался еще? 10 минут не прошло? Мне кажется, что я уже лет 10 готовлю. Пицца. Маленькая должна быть пицца. Беру пиццу на все. Так, подожди. Рецепт пиццы потерял. Вот сюда. И мясная. И нажать закрепить. Песто. Песто. Песто мазюкаю. Ой. Выглядит как болотная жижа. Сыр горгонзола. Тертый. Блядь, нарезанный, сука. Что за жизнь такая? Горгонзолы надо взять. И на... Да, чего такое делаешь-то? Горгонзолы надо взять. И две штучки натереть. Опять же, я иду за гастроемкостью. Правильно я говорю? Правильно. Гастроемкость купить. Положить. Озеленить. Озеленить, говорю тебе. Ну что ты меня не понимаешь-то? Ой, уровень новый, смотри-ка. Пшеничное тесто, вот его-то мне не хватало. Наконец-то пшеничное тесто.
Че такими кубами такими натерся? Стеркша какая. Так, кладу вот сюда, насыпаю. Да, ну нет, наверх надо было нажать. А, беру. Тертое, 32 грамма в одном запале. Все. Так, теперь что, пепперони нарезанное? Пепперони? Солями. Твою-то мать, вообще все, все по-новому. Пепперонику нужно нарезать еще. Пойдем за пепперонькой сгоняем. Ну а что нет? Пепперонька. Ну-ка, сядь, тихо. Пепперонька. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, и иду это все дело кладу в чего? В нарезку. В резчик. Покупаю гастроемкость. Ну, кто бы сомневался. Ну-ка, убери. Гастроемкость купить. Положить и нажать. Да нажми ты его. Достаю гастроемкость. И иду, собственно говоря, вот сюда. Кладу он туда. Беру вот это. Беру вот так. И нужно разложить аж целых... О, 6 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ровненько обосраться. Лист базилика. 4 штучки. 4 штучки. Раз. Два. Три. Четыре. Такая, знаешь, зелененькая пицца. Красивая, спокойная. Так, спринт выключаю. Так. Ты... Не, давай еще одно полено закину. Ну, чтобы вы наверняка. А то, мало ли, остынет еще посреди дороги, и все. И пиши пропал. Так, все. Это маленькая пицца. Беру сейчас маленькую тарелочку. И, собственно говоря, на этом мы серию с тобой закончим. Потому что... Не, мы еще пшеничное тесто сейчас забацаем. Чтобы было, а то... А то ж получится как некрасиво, и все. Чего глаза чешутся? Как жаль. Заканчиваю уже. Беру. Вроде как все правильно сделал. Как по факту, не знаю. Я не ручаюсь за заказ, но вроде должно быть 5 звезд. Не улетело. Значит, судьба такая. Значит, не хочет улетать. Беру, отдаю мясную. 9 минут с чем-то. Смотри-ка, чуть ли не с просрочкой. Блин, А за сколько мне удалось завершить? Подожди-ка. Сколько времени прошло? За сколько времени я это сделал? В архив нужно зайти. За сколько я сделал это все дело? Я что-то я не понял. Это не то, это базовое. Это... Мне обидно из-за того, что я время просрал. Сколько минут-то прошло? 20 минут, 30 минут. Да 30 минут это вообще дичь. Ты прикинь, 30 минут пиццу делать. Видать, я где-то просрал эти пару секунд и получилось вот... Ну, где просрал? Из-за того, что я не посмотрел изначально рецепт и бегал по факту делал. Пойдем делать пшеничное тесто. А, у нас же оно появилось, поэтому пойдем делать пшеничное тесто. Так, оно где-то... А, нет, не здесь. Оно вот тут у меня в тесте в пшеничном. Пшеничное тесто. Нет, это не то, это нью-йоркское. Пшеничное. Давай, закреплю рецепт. И пойду-ка я наливать, насыпать. Пшеничная мука. А, продукты. Пшеничная мука. Купить. Открывай. Открывай, давай. Сетку. Насыпай муку. Красота. 3,5 кг. Хорошо, что здесь хоть отмерять ничего не нужно. А, беру. Не-не-не-не-не-не. Мне нужно прям наливать. 2,3. 2,3 это полная баклажка. Вот это, как я понимаю. Вот тут пишется самое интересное. В бутылке 1,3, а здесь 1,8 уже. Вот.
2,3 прям в склине, если наливать, то получается 2,3. Ну это вообще не круто, мне нужна 5-литрушка. Так, что делать дальше? Соли 50 грамм. Соли 50 грамм, это дело второе, как раз плюнуть. Так. 20 дрожжей. 20 дрожжей, это вот тут. Дрожжи раз. Дрожжи два. Так, теперь оливковое масло 80. 80 у меня здесь какой-то начатое был. Нет, не было начатого. 80 оливкового масла наливаю. Угу. Так, теперь сахару 100 граммулек. 100 граммулек сахару, и будет вообще отлично. Так, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 100 граммулек. Ну и, в принципе, можно это все дело перемешивать. Но изначально нужно взять... Не, я пойду куплю еще один. Можно же ведь покупать еще эти тары для теста? Поднос для теста есть, да, в разном, что у нас здесь с тобой. Так это то, что все у меня есть. У меня это все есть, мне это не нужно. Поднос для теста купить. Пойдем, поднос для теста. Он постоянно играется, он не хочет серьезно быть. Тесто подготовил, можно сказать, уже. И сейчас будем с тобой прощаться. Ну-ка. Ляпота. Можно, в принципе, говорю, каждого теста так наделать, прям заранее. И соусы все сделать пока что. Пока что они помещаться будут, поэтому можно это все сделать. Но нет. Давай с тобой прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой. Давай-ка в следующей серии. Когда выйдет, не знаю. Не забывай подписываться на группу ВКонтакте, ссылка на которую указана в описании. И всем пока.